Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Оль, ну чего ты так реагируешь? Сереж, я туда больше не пойду. Оль, ну правда, ну чего ты так психанула? Она просто за тебя волнуется. Слушай, пусть она лучше за свою почку волнуется, хорошо? Оля, застегни курточку, тебе нельзя мерзнуть. Лучше вы в подъезд зайдите, а то простынете. Да, мам, мы сами как-то разберемся. Слушай, она волнуется за тебя. Ну послушай, остановись, пожалуйста, Оля. Сереж, остановись. Давай мы втроем сядем. Посидим, подумаем. О чем? У меня уже на твою маму просто условный рефлекс. Она только говорить начинает, у меня уже уши закладывает, Сереж. Ну, серьезно, я больше не могу. Так я там не смогу ни дня, все. Ладно. Что ты предлагаешь? Привет! Привет! Неожиданно. Да. Давайте, проходите, ребят, мы сейчас ужинать садимся. Ну, мы бы хотели не только на ужин остаться. Ой, дорогая моя, это только на недельку. Я обещаю каждое утро готовить завтрак. Я поймала тебя на слове. Ну, у вас ничего не случилось? Да нет, все хорошо. Точно? Mm-hmm. Да. Ну, давайте, проходите, проходите быстрее. Правильно. Блин, Сереж. Что ты начинаешь? Что тут рассказывать? Обычная бытовая история. По-моему, поскандалить со свекровью – это святое дело. Это только по-твоему. Вообще, я не скандалю. Даша, вино. Меня просто вынуждают это делать с самого утра, еще не почистив зубы. Ну, конечно, ты не скандальная. Смешно. Да ладно, слушайте. Ты моя бука-злюка. Давай, так. Ну что, я думаю, нужно выпить за наших новых соседей. А Оля не пьет. В смысле? Да? Оля? Оля, да? Да, да, да! Что, серьезно, что ли? Ребят, я вас поздравляю. Спасибо, но пока не с чем. Мы еще ничего не решили. Да что тут решать, Оля? А вот и второй повод выпить. Очень мило, Сережа. Оль, ну... Оль. Просто не представляешь, как меня это достало уже. Они же не дают возможности мне самой решить, надо мне, не надо. Кто они? Сережа с мамулей. Я бы рада насладиться всеми этими переживаниями, сомнениями. Хочу, не хочу. Поплакать. И потом только решить. Ну, куда там? Я только тест сделала. Я даже сама еще не поняла, что это две полоски. Он уже пошел. Пошел делиться радостной новостью со своей мамулей. И началось. Я вдруг с просто вредной невестки превратилась в инкубатор, в котором нужно постоянно регулировать температуру. Хорошо. Ты скажи, ты хочешь этого? Ну, не знаю, Даша. Я вроде бы хочу, но с другой стороны... Сережа, сколько он там зарабатывает своим лаборантом? Даже себе квартиры позволить не можем. Мы у вас поселились. Представляешь, появится малыш. Сколько денег надо на это удовольствие. О, смотри, ты сказала малыш. Я уже представляю, как этот карапуз бегает здесь по кухне и крушит все. Черт. Эти гормоны. Я постоянно реву. Ну, давай вместе поплачем. Хочешь? Ух.
меня сегодня сократили. Серьезно? Очень вовремя. Это мягко сказано. Если Оля узнает, она может не оставить ребенка. Она постоянно меня пилит. Не та работа, не та зарплата. То есть ты ей не сказал? Молодец. А завтра с утра что будешь делать? Скажешь, что на работу, а сам по грибы? Придумай что-то. За идеи. Ну, Оля, вообще мне не верится. Тебе верится? Главное теперь, чтобы она не наделала глупостей. Какие глупости? Она хочет ребенка. Просто она еще это не совсем понимает. Дашка. Ты меня любишь? Простого автослесаря. С чего должна тебя любить? Так, начинается. Хотя, подожди, подожди. Если ты любишь меня, простую безработную, то чисто теоретически... Все. Представляешь? А потом, оказывается, они родные брат и сестра. Да ты что? Нужно было не переключать на рекламу. Господи. Алло. Ираида? Ираида, что случилось? Серж, вставай! Ты проспал. Все нормально, Оль. Все нормально, уже 9:30. Да я отгул на неделю взял, чтобы нормально переехали. Потом отработаю как-то. Значит, потом как-то. То есть свой отпуск? Ой, замечательно. Доброе утро, ребят. Привет, привет, дорогая. Ну ты че, лег, вставай. О, доброе утро. Ты, Шуль, привет. У меня такое случилось. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Оля, привет. О, как ты вымахала. Что случилось? В общем, жарю я блинчики, и вдруг... Кстати, это я вам принесла. Блинчики. Ираида Васильевна, спасибо. Ты, у меня полка упала. Я без своего Андрюши никак. Андрюша! Сейчас я позову. Шурупы вырвал. Ну, с кем не бывает. Спасибо, успокоил. Да вы не волнуйтесь, мы починим вам вашу полку. Все уберем. Где у вас веник? Где? В кладовке. Угу. О, магнитофон! Слушайте, я как будто прошлое попало. Это же у меня от племянника, когда он в детстве приезжал. Можно это? Да. Лампочка перегорела.
лампочка перегорела. Да я сама скоро перегорю. Сереженька, у меня бочок потек. Помоги, пожалуйста. Да, конечно, помогу. Сам справишься? Да, естественно. Лампочку поменяли. И бочок починили. Ой, какие молодцы. Лампочка горит, и бочок работает. И... О, это я. Где вы взяли ее? Значит так, сколько я вам должна? Раина Васильевна. О чем вы? Какие деньги? Много. Все, хорошо. Моем руки и все на кухню. Я первый. Ужин стоит. Чем помочь? Так я даже идем. Ужин. Я первый. Так. Кушайте, все для вас. С любовью готовила. Я такая счастливая, что я вас всех, всех сразу дома застала. Блин, мне же завтра с утра на работу. А я еще недельку отдыхаю. Раида Васильевна, как же это вкусно. Ешьте на здоровье, все для вас готовила. Слушайте, у меня тут такая проблема. Я даже не знаю, как вам сказать, да. Ну, в общем, короче, у меня есть подруга. Ну, Маруся. Ну, мы с ней еще с детства. Однажды, кстати. Раида Васильевна, какое дело? Так ее же затопили соседи сверху. И у нее проводка не работает. И бачок затекает, да. Я ей, конечно, про вас рассказала. Ну, я же не могла не похвастаться вами. Так она мне заявляет. Значит, Ираида Васильевна, если они мне все отремонтируют, я им любые деньги заплачу. Ну, вы можете не согласиться. Ираида Васильевна, и много у вас таких знакомых? Вы представляете, компанию, которая занимается сразу и мелким ремонтом, уборкой, можно там, не знаю, плесень удалять. Ты же химик, справишься? Да, я за. Нет, такого в интернете не найти. Все узконаправленное. Мне кажется, это очень круто. Мы же можем быть, как вот эта компания, когда приходят домой, муж на час. О. Вы, конечно, меня простите, а что у нас будет? Семья на час? А что, я за. Нет, над названием надо подумать, ребят. Так. Я все придумал. Сода. Ну, Сережа, Оля, Даша и Андрей. Ну, такой только химик мог придумать. Да, Сережа сморозил, как всегда, конечно. Да ну вас. Семья на час. А ты что придумал? Так, ну, а потом я пропишу весь список реактивов, которые мне нужны. Потом заеду к Степану Петровичу, может, что посоветует. Ну, а после мы уже с Андрюхой засядем за нашу компанию, будем продвигать ее в интернете. Подожди, когда ты вообще собираешься работать? Тебе же еще неделю отрабатывать. Я не думаю, что у тебя останется время на Андрея и его компанию. Оля, я подумал, может, ну, я эту работу. Я там лаборантом уже 3 года, а химию знаю лучше, чем эти академики. Сережечка. А ты мне что-то не договариваешь, да? Нет. С чего ты взяла? Ну, я же вижу. Ты стоишь и врешь. А беременным брать нельзя. Мыши заведутся. Ладно. В общем, меня сократили. В смысле? Ну, вот такое бывает. Людей сокращают. Извини. Прекрасно. А на что мы теперь жить будем? Нас, между прочим, уже 3. Ну, то, что предложил Андрюха, это очень крутая идея. Не смеши меня, пожалуйста, это дурацкая идея. Вы думаете, вы самые умные? Решили себе на ремонте пол колотить состояние. Оль, ты чего? Оленька. Перестань. Ой, ты моя женщина. Ты мать нашего будущего ребенка. Перестань, все. Поэтому, когда я говорю, что у нас все получится, ты должна мне довериться. Ты слышишь меня? Все будет хорошо. Просто доверься мне. Мне сейчас нужна помощь твоя. Оля. У нас все получится. Ты слышишь? Хорошо? Ребятки, слушайте отзыв. Вот мой любимый. Владимир. Какие же молодцы эти ребята.
приехали, починили мне стенку, которая начала обваливаться. Генеральную уборку сделали, даже подкрутили кран. Советую просто всем. И таких отзывов уже наберется десяточка. Кстати, девчонки, мы тут с Серегой подсчитали наши доходы и пришли к выводу, какого черта мы сами горбатимся. Так что на следующей неделе объявляем собеседование, набираем персонал. Как вам, а? Круто! Слушайте, ну всего 2 недели прошло, как мы у Ираиды эту полку-то починили. А теперь где мы, а? О. А ты мне вино заказал? Ты хотела пиво? А, нет, я буду сок. Как Оля. В смысле сок, как Оля. Дашка, ты серьезно? Ты серьезно? Я не понял, что значит как Оля? Дашенька, я не могу поверить. Что, по-моему, мы командно работаем. Дашка. Дашка. Любимая. Офигеть. Спасибо тебе. Спасибо, любимая. Дома. А Сережа не звонил? Нет, еще обещал набрать сразу после. Ты что, с ума сошла? Ты что делаешь? Ну-ка, слезай. Я уже все. Ой. Что значит твой ой? А! Даша, что такое? Андрей, у меня кровь. Что не так? Все же было хорошо. Началась отслойка плаценты. У ребенка кислородное голодание. Что? Что с ребенком? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Андрей, я боюсь. Дашка, не бойся. Я с тобой. Я здесь. Вам дальше нельзя. Вводим 200 миллиграмм пропофола и интубируем. Обрабатываем поле. У тебя, Даша, все хорошо будет? Правда? Даша, Даша, успокойтесь. Сейчас вы уснете. Считаю от 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Поздравляю, папашка. 3400 чистого счастья. Все хорошо. Держалась молодцом. Все хорошо. Меня прооперировали? Да. У вас началась отслойка плаценты. Открылось сильное кровотечение. Ребенок? С ребенком все в порядке. Вот с вами из-за сильного кровотечения пришлось удалить матку. Мы пропишем гормональный курс. Через месяц вы восстановитесь. Все будет в порядке. Я хочу увидеть ребенка. Отдыхайте. Слишком мало времени прошло после наркоза. Вам принесут его через час. Пожалуйста. Не вставайте, хорошо? Отдыхайте. Доктор, простите, мне ведь тоже принесут малышку, да? Да, конечно. Спасибо. Это как? Нормально. Долго оперировали. Тоже проснулась. Там. Еще не видела малышку. Говорят, крепкая девочка. 3600.
угораздил нас с тобой в один день. И говори. Ну ничего. Вот, можем сэкономить на днях рождения. Это же так мило. У наших девчонок один день рождения на двоих. У них просто нет шанса не сдружиться. А если бы мы еще жили все вместе, как раньше? О, да. Было лучшее время. Нельзя смеяться. Слушай, Серег, я ее на руках держала. Она такая вся смурченная, такая смешная, маленькая, такая беззащитная. Я, по-моему, я даже прослезился. Да ты и сейчас ее пускаешь в слезу. А я вот свою не видел. На диванчике уснул, пока Олю оперировали. Давай. Тук-тук. Привет. Привет. Моя хорошая, где наша маленькая? В детской комнате. Это вам. Мой любимый. Как ты себя чувствуешь? Ну, куда я положу, Серёга? Все хорошо? Да, нормально. Ну, слава богу. Нам только девочек не приносят. Мы ждем уже больше часа. Не переживай, скоро принесу. Секунду. Да, алло. Вы сейчас серьезно? Ладно, окей, уезжаем. Ты что, уезжаешь? Слушай, я на часок туда-обратно. Все, не надо. Клиентам на квартиру заехать, моющие забрать. В общем, я быстро, хорошо. Слушай, давай тебе помощь. Так какая помощь? Успокойся, сам справлюсь. Ты, главное, задашься, понял? Да нет, какие вопросы? Куда? Я тебя хочу проводить, заодно посмотрю, где малыш. А тебе вообще можно вставать? А меня кто-то остановит? Наверное, да? Так давай аккуратнее, не напрягайся, пожалуйста. Ну что, да? Нравится? Да. Да? Да? Ты смотри, сама идет, а? Так, я присмотрю, все нормально. Смотри мне. Вкусно? Да. Да, я сам готовил. Ну, заметно. Очень сладкое. Конечно. Я хочу что-то сладенькое. Я хочу сгущенки. Сгущенки? Ага. Тебе можно сгущенку? Это нельзя. Моя мама кушала сгущенку. А ты такой в чай чуть-чуть. Хорошо, я сейчас Андрюхе позвоню, скажу, что сгущенки купил. Давай только поаккуратнее. Давай только не задерживайся. Что, Серега звонит? Обещаю. Сегодня же выходной, дороги свободные, так что могу ради тебя даже превысить. А вот этого не надо. Не надо? Не надо. А вот и наша девочка. Будь здорова, маленькая. Ты посмотри, какая она маленькая. Да, малышечка. Леша, солнышко мое. Аккуратненько. Красивая. Какая красивая. Ты посмотри, как она на тебя похожа. Прям вылитая ты. Нет, нос твой. Да? Будем кушать, да. Справитесь? Да. Простите, а вы не подскажете, где комната младенца? Ой, я здесь первый день, но, по-моему, прямо и налево. Прямо и налево, спасибо. Пожалуйста. Даша. Ой. Извините, пожалуйста, я просто уже на ногах не могу ждать. Еще комнату младенца. Даша. Давайте пройдем в кабинет к неонатологу. Зачем к неонатологу? Надежда Степановна все объяснит. Пожалуйста. Даша, пожалуйста. Она же жива? Не волнуйтесь, все будет нормально.
сама спросит. Всем привет! Ладно, хватит, все, на, держи. Спасибо большое, ребят, спасибо. Назвали? Секрет, не скажу пока. Когда будем отмечать? Отметим обязательно, мы с Серегой через пару дней проставимся по этому поводу, так что не волнуйтесь, погуляем, да. А сейчас я пока обратно. Хорошо, передам, все, я в роддом, давайте, счастливо. Что-то как-то давно Дашки нет, да? Не волнуйся. Все хорошо. Она с ребенком в детской. Все у нее хорошо. Где моя дочь? Где врач? Врач! Где он? Где врач, который... Извините, я не знаю, я здесь просто стажер. Извините. Роды! Кто принимал роды у Никифоровой? Где он? Где этот врач? Что случилось? Мне нужен врач, который... Вы принимали роды у Никифоровой. У моей жены. Кто принимал роды? Не трогайте меня, не подходите ко мне. Где он? Мне нужен этот врач! Мать ваша, идите к чертовой матери, не трогайте меня. Убери руки, Сережа, убери. Убери. Тебе нужно к Дашке, тебе нужно к Дашке. В палату, тебе нужно к Даше. Сережа, Сережа. Я ее видел. Я ее за руку держу. Я же должен ее защищать. Почему? 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 Где моя дочь? Серега, где моя дочь? Я же должен ее защищать. Таблетки для подавления лактации.
А где кроватка? На свалке. Привет. А я видела, что вы приехали. Такой, я решила не беспокоить. Думала, пусть отдохнут. А потом не выдержала. Я не разбудила, нет? Нет. Спит-то. Ну. Ну, они в это время все время спят. Смотри, что я ей купила. Смотри. Смотри, вот. Будет песенки слушать, петь будет. Даша, господи, где же она выключается? Где же я включила ее? Ираида Васильевна, спасибо. Нам ничего этого не нужно. Даша, закрой дверь. Даша. Вот так вот случилось. Я люблю тебя. А ты куда? В офис. Скоро буду. Так. Так неплохо. Кудесник. Можно еще такой. Прости, можете попросить распечатать там один документ? Конечно. Спасибо. Андрюх! Привет. А я думал, ты сегодня не придешь. Нужно было кое-что распечатать. А. Привет. Мы тут логотип поменяли. Ну, не то, что поменяли, немного усовершенствовали. Глянешь? Нормально. А подожди, подожди, посмотри другой вариант. Серега, мне все равно. Подожди, Андрюх. Может, мы вам от компании отпуск организуем с Дашкой? Острова, коктейльчики там. Спасибо. Давай мы с Дашкой как-нибудь сами разберемся, ладно? Да, я просто подумал, тебе нужно отдохнуть, переключиться. Серега. Ты забыл, у тебя дел по горло. Компания, ребенок родился недавно. Ну, так займись этим. А нас с Дашкой оставь в покое, ладно? Получилось? Да, конечно. Спасибо. А флешку? Спасибо. Так какой вариант оставляем? Первый. Хорошо. Что это? Все документы по делу. Результаты вскрытия. Что там? Ничего нового. Причина смерти не установлена. Остановка дыхания. Почему? Из-за чего? Никто не знает. Остановка дыхания. Как и говорили. Ты сейчас серьезно? То есть ты со всем этим согласен? Что там произошло на самом деле, никто не знает. Мы не знаем. Может, это медсестра, которая ночью дежурила. Заснула, даже не заметила, как Вера перевернулась, уткнулась в одеяло лицом, задохнулась. Может, она подавилась, когда ее кормили? Послушай, послушай меня. Андрей, нам... Нам просто надо смириться. И все. Нам будет легче. Легче. Кому? Мне не будет легче. Я вообще-то ребенка потерял.
ты ребенка потерял. Андрей, вообще-то тоже ребенка потеряла. Я каждый день просыпаюсь и засыпаюсь этой болью, Андрей. Я с этим живу. Слушай, мне нужно, чтобы какой-то человек был, который сможет меня из этого вытянуть, а не вот так вот. Извини, я... Прости, пожалуйста. Есть ручка? Доброе утро. Андрей? Андрей, ты дома? Привет. Привет. Даш, как ты? Как Андрей? Все хорошо, вот проснулись. Сейчас завтракать будем. Дашунечка, я так соскучилась по вам. Я понимаю, что вам сейчас не до нас, но, может быть, мы встретимся? Ой, слушай, я просто думаю, что нам сейчас это не нужно. Прости. А я как раз думаю, что нужно. Вы там сидите, варитесь в собственном соку, Дашу, не задыхаетесь. Ты прости, конечно, что так жестко, но надо вас уже выводить из этого состояния. Хорошо. Ладно. Давай я переговорю с Андреем и перезвоню. Окей. До встречи, дорогая. Пока. Thank you.
можно тебя на минуту? Сделай кофе черный. Да, конечно, покрепче. Федь, я утюг забыла выключить. Выключила, при мне выключала. Нет. Ну, сходи, сынок, ну, по-быстрому. Ну, давай. Ну, ладно, ну, ты выключил. Да я помню, при мне было. Вы Наталья Миронова? Да. А вы Андрей Никифоров, отец. Отец. Скажите, что случилось той ночью в детской комнате? Я не знаю. Я когда взяла девочку на руки, она уже не дышала. Уже? Что значит уже не дышала? Что значит уже не дышала? Послушайте, я вам очень сочувствую. Сочувствуете? Да, но я написала объяснительную. У руководства роддома ко мне нет абсолютно никаких претензий. Зато у меня есть к вам претензии. Перестаньте! Ответьте мне, что вы с ней сделали? Перестаньте! Что вы с ней сделали? Я ничего не сделала! Ответьте мне, пожалуйста! Пожалуйста, скажите, что вы с ней сделали? Я ничего не сделала! Алло! Уйдите! Уйдите! Что она здесь сделала? Что ты с ней сделала? Что ты с ней сделала? Да. Делается. Совет хочешь? Не хочу. Если еще раз захочется за этой женщиной гоняться, ты сначала подумай, а потом разворачивайся и домой вали. Совет бесплатно был? На выход, шутник. Андрей, что случилось? Почему ты здесь? Поехали. А зачем тебе? Если б ты знал, что я чувствую, держась за воздух руками. Если б ты знал, как люблю тебя, то ты б не спал ночами. Ты знал.